Если у вас все прилипает к сковородке, значит самое время ее почистить. Сейчас покажу, как это очень легко можно сделать. Берем обычную пищевую соль, насыпаем так, чтобы скрывало дно сковородки, включаем плиту, равномерненько все распределяем и греем 20 минут. Затем высыпаем соль, ее еще можно повторно использовать. Заливаем сковородку растительным маслом, равномерно его распределяем по всей поверхности и оставляем еще на 20 минут. Берем чистую салфетку и насухо протираем всю поверхность сковородки. Вот в принципе и все. Теперь к вашей сковородке ничего не прилипнет.